Animal Rescue. Очень трудно себе представить, что происходит в голове у выброшенной на произвол судьбы собаки. Вот только она была чьим-то питомцем, как вдруг ее выкинули. Словно старую, сломанную вещь. Именно такая ситуация произошла у маленькой помеси Чихуахуа. Ее выбросили на оживленной автостраде. Обстановка для собачки была незнакомой и пугающей, ведь она не умела добывать себе еду и защищать себя. К счастью, маленькую, перепуганную, истощенную собачку с большими грустными глазами подобрал водитель, проезжавший по этой автостраде. Никто не знает, сколько времени животное провело на дороге, но было видно, что песик уже давно не ел и переживает большой стресс. Его мордочка выглядела поседевшей от горя. Мужчина привез собачку домой. Там он заметил, что она уже довольно пожилая, но все равно решил оставить ее себе. Однако, когда его жена увидела старую, облезлую чихуахуа, то категорически запретила приближаться к дому с этой вонючей шавкой. У мужчины не оставалось выбора, кроме как отвезти песика в приют. По дороге он успел дать ему имя – Фей. Кличка получилась короткой и очень подходящей. Собака сразу поняла свое имя и отзывалась на него. Когда он приехал в приют, то отдал чихуахуа волонтеру. Тот предложил посмотреть, где будет жить его спасеныш. Во время прогулки по приюту к мужчине подошел человек и спросил, почему тот такой грустный. Он рассказал историю о спасении чихуахуа, а в конце прибавил: «Моя жена не хочет старую облезлую шавку, но я понимаю, что из приюта ее никто не заберет, ведь всем нужны маленькие щеночки». Интересовавшимся человеком был мужчина, которому скоро должно было исполниться 50 лет. Он пришел в приют, чтобы выбрать себе в подарок питомца, а когда услышал историю спасения маленькой собаки, сразу решил, что Фей будет его животным. Просто не передать словами, настолько вся троица была счастлива. Героя-спасителя не мучила совесть, чихуахуа обрел дом, а именинник получил превосходный подарок. Теперь оставшиеся годы Фей проведет с человеком, который его по-настоящему любит и никогда не бросит. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!